подмосковных Мытищах правоохранительные органы обнаружили 4 детей, которые находились в квартире, непригодной для жизни. Она была полностью завалена хламом. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Детей удалось выявить еще 13 марта благодаря телефонному звонку обеспокоенных соседей, которые давно не видели малышей. Обнаруженные дети возрастом от 2 до 8 лет не посещали образовательные учреждения, а трое из них не имеют даже свидетельства о рождении. Сейчас они переданы в органы опеки. Против их 32-летней матери возбуждено уголовное дело. При проверке было установлено, что мама зарегистрирована в Москве, проживает с детьми у своей матери. С ее слов, свидетельства о рождении детям она не оформляла, поскольку рожала дома. В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что омбудсмен разбирается в этом вопросе. Напомним, 11 марта стало известно, что в одной из московских квартир была обнаружена 5-летняя девочка. О том, что плачет ребенок, правоохранительным органам сообщили соседи. Также они рассказали, что мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. На тот момент ее состояние оценивалось как среднетяжкое. В больнице ребенка посетила Кузнецова.